Битву интеллектов. Знакомьтесь, это четвероклассник из Балашихи, юный гений-программист Альберт Степанян. Вместе с мамой он составил 5 элементарных вопросов. Файт. Какая самая длинная река в России? В России? Волга. Неправильно. Сейчас я скажу. Ака. Ака. Или О. Подождите. Третья попытка. У шангистов 3 попытки есть. Смотри, сейчас я скажу. Дон. Неправильно. А какая? Река Лена. Второй вопрос. Назовите отчество и имя Лермонтова. Юрий Михайлович. Михаил Юрьевич. Александр. Лермонтов. Шикарно. Михаил Юрьевич. Ой, почему Юрий Михайлович? Ну, так. Лужков, потому что мы в Лужниках. Кто написал поэму «Медный всадник»? «Медный всадник»? Поэму «Медный всадник» кто написал? Кто-то наш написал про кого-то из наших. Мне почему-то в голове, Артур Пирожков. Артур Пирожков в голове, потому что «Медный всадник» Петр Первый. Я не помню, если честно. Пушкин. Да, правильно. В каком году князь Владимир крестил Русь? Сейчас скажу. В 988. Сейчас скажу. 812. Это в учебнике было за 5 класс. Нет, 900, неправильно. Сейчас скажу. На задней странице. Открываешь, и там все даты. Я помню точно. 988. Как найти периметр прямоугольника? Что? Сложить углы. Какого класса это вопрос? 11. 4. Стороны. Периметр, диаметр — это когда вот так. Диаметр — это круг. Да, я сдаюсь. Стороны сложить, точно. Да, это правильно. Ага. Кто из нас тупой? Получается, ответил на 3 вопроса из 5, да? Правильно? Ну, тройка твердая. А в школе как учился? Так же, как так? И отвечаю на вопрос. Как ты считаешь, кто победил в этой дуэли, Емельяненко или Кокляев? Ну, по-моему, Емельяненко. По-моему, тоже. Ну да. Александр Емельяненко! Ну что, в интеллектуальной дуэли Емельяненко Кокляев со счетом 3-1 победил Александр Емельяненко. Не скажу, что это был мощный нокаут, но смотреть за этим поединком было интересно. Ну а главный бой состоится уже в эту пятницу, 29 ноября. Наталья Владимирова, Артем Попцов и Анна Каргашина. Новости 360.